Совместный рейд ГИБДД и Управление социальной защиты населения проходит в рамках месячника «Парковочные места для инвалидов». Сегодня смотрят правомерность нахождения того или иного транспортного средства на специальных парковках. В частности, у городской поликлиники эвакуатор вызывают для автомобиля, припаркованного без видимых оснований, на специальном месте для инвалидов. На стекле автомобиля нет соответствующего знака. Улицы Первомайская и Учинская, Дзержинского и Толмачева. Всего сегодня в городе известно около 40 парковочных мест для инвалидов, а нуждается в них около 200 человек с ограниченными возможностями. Особое внимание на рейде уделяют парковкам во дворах. В последнее время в УСЗН поступает все больше жалоб от колясочников на соседей, которые игнорируют знаки и размещают на парковках для инвалидов свои автотранспортные средства. Также определены многоквартирные дома, в которых парковки для инвалидов должны быть по закону. Проверка парковочных мест, как сообщили нам в Управлении социальной защиты населения, поставила также ряд задач перед коммунальными службами Ивантеевки о соответствии парковочных мест для инвалидов нормативам и правилам. Письма с замечаниями будут направлены исполнителям для принятия мер. Также письма направлены в адрес нескольких торговых точек, аптек, предприятий бытового обслуживания.